В здании посольства Казахстана в Великобритании еще продолжается голосование. В Лондоне действует участок номер 244, который уже посетили десятки казахстанцев. Подробности узнаем у нашего корреспондента Галымжана Карманула. Галымжан, приветствую. Сколько человек проголосовали к этой минуте? Сейчас я нахожусь на участке 244 здания посольства Казахстана в Великобритании. Члены комиссии референдума соблюдают все правила голосования. К полудню число голосующих увеличилось, если сравнить с утренним временем, так как многие казахстанцы добирались в Лондон с отдаленных частей Великобритании. В общей сложности более 400 наших соотечественников уже зарегистрировались и заявили, что намерены голосовать. Подавляющее большинство из них – студенты. Их активность очень высока. В числе голосующих не только этнические казахи, но и наши соотечественники, временно или постоянно проживающие в Исландии и Ирландии. В целом их количество более половины, но к вечеру, наверное, будет еще больше. Внимание к поправкам в Конституцию высокое. Воспользоваться возможностью и сделать свой выбор решил и я. Пришел сюда еще рано утром. Мы со всеми казахами приходим сюда, находясь в Лондоне, приходим в посольство для того, чтобы проголосовать. Я очень рад, что есть такая возможность. Спустя полтора года в Великобритании наконец сняты все карантинные ограничения, поэтому в числе голосующих есть и туристы. Наши соотечественники, путешествующие за границей, не остались в стороне. Участок, открывшийся в 7 часов утра, будет работать до 8 вечера. Это час ночи по времени Нур-Султана. Затем члены комиссии референдума приступят к подсчету голосов. Результаты референдума станут известны в течение пары часов после закрытия участка. Ботагоз. Спасибо, Галымжан. Напомню, на прямой связи со студией из Лондона был мой коллега Галымжан Карманула.